Поздравляю, Билли! Ты инвалид года! Что за херня? Вуди, ты был плохим мальчиком. Мама, не трогай меня, не трогай! Опять кошмар. Выглядишь отвратительно. Ты ночью спал? Да, отлично выспался. Ага, 20 минут спал, 7 часов непрерывно визжал. Как Этель со своим вибратором. Черт, я обосрался. Хорошие новости. Купил нам мастурбаторы? Нет. К нам приезжает Обама. О, нет, он нашел меня. Обама меня хочет в сексуальном смысле. Президент приедет наградить меня за 30 лет прекрасной работы рейнджера. Так, притворюсь, что мне не похуй. Нет, не получилось. Вы с Кони избавитесь от всех моих вещей против Обамы. А чем я займусь, Вуди? Принеси голову Тириона Ланнистера. Не могу поверить, что президент приезжает именно из-за Вуди. Поверь, дело совсем не в этом. Глянь, малой, купил очки, чтобы понравиться президенту. В них я выгляжу умнее? Умнее, чем что? Чем стол? Нет. Эй, Вуди, я принес. Ёб твою мать, ты отрезал голову Питеру Динклейджу! Ладно, повесь к остальным. Вырыть для президента туннель для отступления этой пластиковой ложкой. Эй, клювочки? А ну отдай! Мои очки псевдоумника! Стив, побегу рыть туннель. Извини, мне нужно докопать туннель в Кению. Я почти... Скажите, как добраться до фабрики чизкейков? Я голосовал за Обаму. Что ты сказал? Я сказал, я голосовал. Слушай меня, либералы пустят страну по говну. Запретят курить, есть суррогаты, отнимут оружие и заставят мужиков жениться на мужиках. Но нахера ты за него голосовал? Потому что неравенство доходов населения вызвано рядом налоговых реформ, проведенных консерваторами. Йоу, друган, нам, короче, надо больше проводить вместе времени. Усатый чувак и крутой поц Стиви. Я сделал тебе... Да. О-о, мой пи-пи-пи-пирог. Вуди, у меня хорошие новости, плохие новости и суперплохие. Давайте суперплохие. Бен Аффлек новый Бэтмен. Да насрать, со мной-то что? Вы меня пришили к этому дебилу? Почему вы не положили меня на диализ? Никто не ляжет на диализ, пока здесь не будет колечко. Сосни Обама. Туристам он больше всех нравился. Хочу твою большую жирную попку. Президент Соединенных Штатов Америки только что тебе написал? Дай посмотреть. Тут ничего нет. Знаю, он использовал Snapchat. Выкини с головы этот бред, пока президент не приехал, или у тебя будут проблемы. Хочу ее, хочу, хочу. Попу, жопу твою, посасывать твои сиськи. Снэпчат. Блять, Стив, поднимай жопу! Как вы заметили, я вырастил на себе дебила. А теперь мы... Щекотушки! Прекрати! Клянусь, Стив! Ты чего такой злобный? Так, всем обедать. Готовь печень. Пошли в кафе. Извини, у меня репетиция в обед. Не могу отменить. Какая репетиция? Давай я помою твой, а ты мой. Нет! Нет, мама. Нет! И мой мальчик, засыпай. Придет пьяненький отец, нам с тобой придет пиздец. Зацени это. Будто кокосовый ангел насрал мне в рот. Говорил же, что эта дыра нам отплатит. Печень взорвалась! У меня нелегал на операцию, мне нужна анестезия. Анестезия! Хули надо, мудозвон, я хочу спать. У меня для тебя сюрприз, Стив. Вуди, Вуди, нет, нет, что ты делаешь? Этот парень болен раком, я его спас. Его пришли ко мне делить мою печень. Потерял свою из-за рака. Рак хорошо проехался по этому дауну. Ну, приятного вечера. Здравствуйте, сенатор. Хотите крабовых пирожных? Мне нельзя, страшная аллергия. Внимание всем, президент прибыл. Не теряй связь с реальностью. Увидишь.
Привет, Барри. Кони! Простите? Кто этот парень? Он смешной. Оставь меня. Я серьезно. Нет, нет! Привет, Кони. Было очень сложно притворяться, что я тебя не знаю. Ты пахнешь как зоопарк в жаркое воскресенье. Прекрати, Барри. Ты женат. Нам нельзя. Да, мы можем, Кони. Да, мы можем. Национальные парки красивые, большие и пышные. Отличный оратор. Дамы и господа, мистер Вуди Джонсон. Я награждаю вас этой медалью. Спасибо, мистер президент. США! США! Боже, ну почему это произошло? А не крабовые ли это пирожные, которыми я обожрался? Я тебя убью! Нет, я убью тебя! Я из Fox News. Вы получаете награду «Человек года» за то, что обливали президента. По сравнению с этим, медаль просто кусок говна! И все благодаря моему другу Стиву. Отпраздную урок этими великолепными крабовыми пирожными. Отличная идея, малой. Нет, Стив, нет, у меня же Охотники убили твою маму, орленок. Я о тебе позабочусь. На запросы отрыв 2008 и анальный крем-пай с отключенным фильтром Google выдает твои фотки. Пойдем с нами в наше святилище. Пьяный индеец, сигареты и спиртные напитки. Почему вы такие спокойные? Потому что мы смотрим это. Я отрываюсь, ёб вашу мать! На случай, если извержение все-таки будет, мы не эвакуируемся. Ты говорил, что эвакуировался, когда был ураган Катрина. Я эвакуировался на Катрине. Отличная была девчонка. Завтра мне нужен выходной, чтобы родить. Что? Ты беременна? Уже 9 месяцев. Можно познакомиться с тем, кто с тобой переспал? Он еще здесь? Дурак, я суррогатная мать. Помогаю паре геев завести ребенка. Вулкан вот-вот рванет, а Кони явно вынашивает антихриста. Это ебучий конец света! Началось в колхозе утро. А я все знаю об антихристе. В детстве я часто бывал в церкви. И наш священник говорил, что антихрист существует. Ну, мне кажется, он это говорил. Кажется, у меня... Да, воды отошли. Господи, Кони! Кони, роды могут длиться от 24 до 48 часов. Так что готовься к длительным... Черт, Бодин, я просил собрать наше барахло, а не барашка. Привет, Вуди. Что ты тут делаешь? Вы не слышали о Помпеи? Да, я подцепил их, когда трахнул сестру Бобби. А потом я от нее подцепил. Помпея — это древний город, уничтоженный вулканом. Мой батя так помер. Пришлось в закрытом гробу хоронить. Вы можете мне построить вулканоустойчивый бункер? У нас уже есть такой. Построили, чтобы пережить Обама-липс. Кони, ты меня прости, но согласно федеральным уставам, кормить грудью на работе можно только шикарной грудью. Этот ребенок зло. Я докажу. Как? Научно. Если я выстрелю ему в лицо, и он выживет, это дьявол. Как ты можешь так говорить о моем ребенке? В следующий раз не раздумывай. Целься в родничок. Наверное, надо извиниться перед Кони и Донни. Пистолет. Ладно. Извини, что назвал тебя антихристом. Может, когда подрастешь, мы с тобой... Извинения приняты. Что ты... Малыш, любимый малыш. Он, мать его, антихрист! Серьезно? Это же ужасно. Ладно, тогда вот это что? Этому есть простое научное объяснение. Да? А вот это тогда что? Смотрите, солнышко со звездочкой внутри. Да вы что? Наш суперсекретный бункер. Он непроницаемый для зомби, дракул, драконов. Обалдеть! И как только дверь закроется, снаружи ее не открыть. Кажется, мы дверь задом наперед прицепили. Мы что, здесь навсегда застряли? Только пока не умрем. Ну спасибо, блядь, утешил. Хуйло ты тупое. Вулкан взорвался как раз, когда родился Донни. Это знак апокалипсиса, посмотри на небо. Привет, Кони. Как ребенок? Такой умный, что смотрит мультики задом наперед. Смотрите. Сатана! 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 Любимый Сатана! Ну разве он не лапочка? Спасибо, что зашли. Мне пора кормить Донни.
Что нам теперь делать? Восстановить население. Кто хочет? А есть еще варианты? За вас, дебилов, у меня обостряется синдром раздраженного кишечника. Где в этом чертовом сарае сортир? Нет туалета, но мне очень нужно. Попытайся отвлечься. Вот, перекуси. У нас тут чернослив, кофе. На десерт мы взяли шоколадных конфет со слабительным. Антихрист явился. Как вы и говорили. Послушаем, что скажут змеи. Они говорят, провести обряд экзорцизма. Старый Макдональд фермером был. Как мы втроем сможем победить князя тьмы? Вчетвером. Я с вами. В пизду науку. Давайте изгонять эту суку. Малышу Тони пора спать. Он не может уснуть без классической музыки. Я просто пришла сказать, что мы скинулись тебе на поход в спа. Стив, Дензел и их друг просто мечтают посидеть с Донни. Ну, может, на несколько минут. Давай пока уберем мешочки под глазами. Цветной телевизор. Давай, Дарт, черный сукин сын. Намного лучше тех ужасных приквелов. Я луговая собачка. Тихо, мне нужно выйти. Ой-ой. И это все? Думаете, вы вчетвером меня остановите? Сюрприз! У нас самая крутая команда по экзорцизму. Отец Квин! Мне нужно остаться наедине с ребенком. У вас тут камер, нет? Шаман доктор Кузняк. К счастью, я закончил медицинский на Гаити. И Хорхе, который смотрел экзорциста 7,5 раз и одолжил свою тачку. Я готов к испытанию. Это будет слишком легко. Именем Христа заклинаю. Заткнись! Этель, какого хрена тут происходит? Мы проводим экзорцизм над твоим адским отродьем. Если с экзорцизмом у вас запара, бросьте отродье в жерло вулкана. Что? Нет! Да пошли вы! Не бойся, Донни, я тебя защищу, обещаю. За ней! На вершине вулкана они меня точно не найдут. Вот, блин. Мама! Что, зайка? Мне сложно кое в чем тебе признаться. Я... Гей? Нет, сын сатаны. Я разберусь. Ну как я могу разлучить мать и дитя? Да вот так. Апокалипсис начинается! Вот блять! Нет! Нет! Я сказал в дупло, а не в очко! Вот так! Спасибо, черносливу! Теперь все! Наверное, это конец. Если честно, я порой осматривал тебя без надобности. Все стриптизерши в моем клубе с болтами. Дональд Сазерленд Кунаман! Чем это ты занимаешься, парень? Ты позоришь меня перед друзьями! Если они с тобой дружат только из-за конца света, разве они настоящие друзья? Ладно! Извините, пацаны, мама немного тупит. Давайте потом. Может, когда она умрет 30 августа 2042-го. Мне пора, мам. Мое место там, внизу. До встречи в аду, мам. До встречи в аду, сынок. Конец света отменяется! Мы спасены! Бригли Полис. Три человека и медведь погибли в лаве во время извержения вулкана, когда они занимались, скорее всего, оргией. В 21 веке. Наверное, у них там был рай. Так оно и было. Мы в это верим.